Приобском районе продолжается масштабная работа по строительству и восстановлению ливневой канализации. Впервые за 30 лет жители дома по Ударной 92 ждут осенние дожди без беспокойства. Из-за неверной проектировки вода со всего района скапливалась здесь в самом низком месте. Со 2 по 5 у нас всегда стоит все в воде. Вот сейчас июль, август были дожди. Вот видите, даже грязь еще вот выметаем, никак не можем вымести грязь. То есть все эти подъезды постоянно в воде, даже при среднем дожде. Галина уверена, такой проблемы теперь не будет. Женщина больше 10 лет трудится домкомом. И когда в администрации Бийска начали работу над проектом канализации для этого района, принимала активное участие. Будет все нормально, потому что все нюансы по ландшафту территории мы указали, где у нас самая низкая точка. Я сама видела этот проект. По проекту стоял очень мощный насос, то я думаю, что этого будет достаточно. Проект ливневой канализации по улице Севастопольская подготовили в 2019 году. Он предусматривает несколько этапов. Первый сдали в 22-м. Это участок от Ударной до Воинов-Интернационалистов. Второй этап – вдоль Севастопольской, работы над которым идут прямо сейчас. От нового детского сада до зеленой зоны на Ударной. Здесь разместят емкости для сбора вод и мощные насосы, которые при достижении определенного уровня отправят сливные воды в централизованную канализацию города. Было сказано, что порядка 500 кубов составляет самый пиковый вот этот весенний паводок, я так понимаю. Они высчитали математически. То есть с 500 кубами справится эта ливневая канализация спокойно. Ливневка вдоль Севастопольской обошлась городскому бюджету в 9 миллионов рублей. Начальник управления капстроительства рассказал журналистам, что готово еще несколько проектов по развитию сети уличной канализации. Планы, они большие, как бы, есть проект разработан, в частности, на Мерлина, там подтапливает 3 двора. Далее уже проектные работы ведутся, вот с подрядчиком сейчас поедем, подрядчик тот же самый будет. Это Ломоносова-Фрунзе. На экспертизе сейчас находятся 2 проекта, это по Советской, 197, 180, Зеленый клин, все верно, да. Вот, потом на Митрофанова. Они дополнят уже существующие восстановленные участки канализации. Так, в прошлом году были выполнены работы на переулке Липового. В этом году уже закончены в переулке Дружный. Активно сейчас строят канализацию на Омском. Кроме, большой объем работ развернули на Иртышской. А значит, уверенность в отсутствии луж, больше похожих на озера, есть не только у жителей Ударной. Евгения Ежутова, Андрей Сигаев, «Будни».